Антон, у вас сегодня 8-й результат. Как прошла гонка? Как этап прошел? Для первого раза вообще идеально. Ехали, машина комфортная, ехать удобно. Ошибок не делали там один раз. Чуть-чуть сбулданулись и там же чуть-чуть подсели в дюне. Потеряли минут, наверное, 5-7 и уехали. А так все хорошо. Как завтра планируешь ехать? Так же. Завтра пески. Ну, будем стараться не садиться. Самое главное ехать ровно, от этого все и зависит. Хороший результат. Спасибо. Удачи.